Лучшее наказание для дерзких мажоров – это ссылка. Владимир Жириновский предложил ужесточить Уголовный кодекс в отношении золотой молодежи, которая демонстративно нарушает закон, и вернуться к опыту царской России. По мнению лидера ЛДПР, вдали от богатых родителей и столичной жизни, такие молодые люди скорее встанут на путь исправления. Политик отдельно прошелся по гонщице Маре Багдасарян, которая пыталась избежать общественных работ, ссылаясь на слабое здоровье. Нам показывают Мару Багдасарян. Она уже более популярная, чем сказка про красную шапочку. Мара, бедная Мара. Кататься на машинах у нее здоровье есть, а выполнять принудительные работы, мера наказания, она оказывается больная. Видите, сразу больные все. Я понимаю, в 80 лет больной. Это так, особо, вдруг наверняка богатый родитель. А чего она больная? Переедание, наверное. Пока скандально известная нарушительница правил дорожного движения отрабатывает свои штрафы в одном из московских ЖЭКов. Ее отец, бизнесмен Эльмар Багдасарян, возможно, сам будет вершить правосудие. По данным Лайфа, в конце прошлого года он стал кандидатом в присяжные заседатели нескольких городских судов, в том числе окружного военного суда.